Несмотря на свою хрупкость и женственность, конвоир Ирина Складнева внушает преступникам страх. Убежать от нее они даже не пытаются. Женщина отличается феноменальной скоростью, ловкостью и, что самое главное, меткостью. Ирина стала абсолютной чемпионкой России по биатлону в соревнованиях среди сотрудников службы наркоконтроля. Я живу в Новосемейкино, где как бы тоже не совсем благоприятная обстановка. Я дополнительно вечерами и встречаюсь с детьми, там, где я непосредственно нахожусь. Я гуляю с детьми в субботу, беру нагрузку на себя, чтобы научить их кататься на лыжах. Сила тела и духа отличает всех сотрудников службы наркоконтроля. Чтобы побороть наркомафию, разрабатывают целые спецоперации. Бойцам отряда спецназ порой приходится производить по нескольку захватов в день. Потому все сотрудники активно занимаются спортом, стрельбой и постоянно участвуют в учениях. Спецназ у нас очень часто привлекается на оперативно-боевые мероприятия. И у нас были случаи, когда и в нас стреляли. Это было в 2005 году. У нас одного сотрудника ранили в руку, другого спас бронежилет. Более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявили сотрудники областного наркоконтроля за 12 лет своей работы. Благодаря успешно проведенным операциям пресечена деятельность почти 300 организованных групп и 8 преступных сообществ. 12 лет для истории – это чепуха. А для тех, кто несет службу в ваших органах, конечно, это очень многое значит. Вам постоянно приходится сталкиваться с негативом. Больше времени, по крайней мере, с негативом приходится сталкиваться. Конечно же, в определенной степени это влияет на семейные отношения, на здоровье. Для нас крайне важна ваша принципиальная работа в этом плане, потому что люди, которые употребляют наркотики, это не только искалеченные души, поломанные судьбы, несчастные семьи, это еще и прямой ущерб нравственности в городе, прямой ущерб экономике, и мы вместе с вами должны в этом направлении вести самую бескомпромиссную решительную борьбу. За 12 лет своей деятельности сотрудники управления ФСКН по Самарской области из незаконного оборота изъяли почти 3 тонны наркотиков. Благодаря успешным операциям до потребителей не дошло 12 миллионов доз. Алина Чемерис, Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.